В преддверии Нового года и на зимних каникулах для славянцев будет проведено много интересных и увлекательных мероприятий. В следующем материале предлагаем вам познакомиться с новогодней афишей. Итак, с 28 декабря и по 8 января в нашем городе пройдут следующие праздничные мероприятия. 28 и 30 декабря, а также 4 и 5 января приглашаем маленьких славянцев на музыкальную развлекательную программу для детей «Новогодние забавы», которая будет проходить на Театральной площади. Начало представлений в 10 и в 12 часов. 3 января в городском доме культуры Московский театр представит сказку для детей «Волшебный будильник». Билеты на представление можно приобрести в кассе ГДК. 6 января приглашаем славянцев побывать на рождественском концерте «Рождества. Волшебные мгновения», который состоится в городском доме культуры. Вход свободный. Начало программы в 14 часов. 8 января для школьников в городском доме культуры пройдет тематическое мероприятие «Здравствуй, праздник новогодний». Начало в 11 часов утра. Любителей активного отдыха приглашаем посетить спортивные мероприятия, которые будут проходить в течение всех новогодних каникул. Желаем вам весело и интересно провести новогодние праздники. С наступающим Новым годом!